Народный контроль по всем направлениям, за всеми уровнями власти, начиная от муниципальной и заканчивая государственной. Об этом говорят не на улицах и демонстрациях. Это предлагает сама власть. Нужно дать людям возможность контролировать государственные структуры, министерства, ведомства. Причем это должно быть по-настоящему, а не для галочки. Как, например, действуют некоторые общественные советы и общественные палаты. Зачастую эта работа носит формальный, а иногда и просто декоративный характер. Подбираются удобные, специально подобранные люди, формируется удобная повестка, формируются и выдаются готовые или заранее заготовленные решения, и потом это все облекается в форму решений органов общественного контроля. Если так будем продолжать эту работу, то, безусловно, не будет никакого ни общественного контроля и не будем понимать, что на самом деле происходит на земле. Полпред приводит слова Владимира Путина. Большая часть протестных настроений от того, что люди устали от чванства чиновников. Конец цитаты. Все уверены, эту ситуацию нужно ломать. Необходимо прислушиваться к людям, к предложениям, исходящим от общественных организаций и даже звучащих на митингах. Некоторые вот такие, знаете, консервативные руководители говорят: караул, беда, митинги, протесты. Это мощный ресурс развития страны. Вот мы это должны понимать. Если мы не включим граждан активно в управление государством, если они не почувствуют, что от них, от их голоса зависит принятие решений, если не будет того общественного контроля, о котором мы с вами говорим, со стороны населения, мы не построим эффективное государство для людей. Власть будет отдельно, народ будет отдельно. Предложение – выработать условия для работы общественных структур, обязать чиновников давать ответы на все запросы представителей народного контроля, дать доступ к средствам массовой информации для опубликования своих расследований, но и ввести ответственность самих контролеров за распространение недостоверной информации. Региональная власть работать на таких условиях согласна. Со стороны, скажем, правительства Оренбургской области бояться нечего, пожалуйста, и у нас все открыто, доступно. И также мои коллеги, губернаторы, это воспримут и воспринимают, и делают все для того, чтобы люди видели, а что делает власть. И самое главное, видели то, что власть выполняет все поручения и президента, и правительства Российской Федерации. Скрывать нечего. Обсуждение вопроса в Оренбурге вышло насыщенным. Все предложения доработают в Совете Федерации, облекут в рамки закона и вынесут на общественное обсуждение.